Психологи всего мира утверждают, что музыка не только улучшает настроение, память и умственные способности, она еще делает людей отзывчивее и добрее, а также помогает поверить в себя. И если такие чудеса случаются от прослушивания чужих композиций, вы представляете, каких невероятных высот можно добиться, записав свою собственную? Можно просто сочинять музыку для себя, никто не спорит. Но если у вас действительно хорошо получается, почему бы не порадовать своим творчеством весь мир? Как, например, это делает героиня этого выпуска нашей программы. Она пела для себя, участвовала в школьных, студенческих мероприятиях и даже не планировала стать столь популярной исполнительницей. Могу с уверенностью сказать, что мало семейных торжеств проходит без этой прекрасной пары – Ислама Малсугенова и Зульфии Чотчаевой. Я поднимаю бокал.
Давно я слышала, что 10 минут пения продлевают жизнь на 15 лет. Мне кажется, с тем количеством песен и подаренной своим поклонникам радостью, эти исполнители должны жить вечно. Но сегодня я на короткое время разделю эту прекрасную пару и посекретничаю только с Зульфией. Зуль, ты у нас популярная певица, тебя все очень любят, слушают все твои песни, не только твои песни вместе с твоим супругом, но так как у нас сегодня женский портрет, мы сегодня без ислама с тобой вдвоем посплетничаем. Ну, конечно же, самый главный вопрос, расскажи мне, с чего начинались твои первые шаги, когда ты начала петь, и вообще, как ты пришла к этому, что песня это твое? С чего начать? Спасибо большое. Мне очень приятно. Вот. С чего все начиналось? С того, что я не помню себя не поющей. То есть всегда. Ну вот честно, ну вот не помню, чтоб я вообще не пела. Начиналось с частушек, под баян, под аккордеон и днем, и ночью. То есть бабушка моя очень любила, когда я пела. А вот тетя моя играла на гармошке. И вот, короче, мы были таким дуэтом вместе с ней. По соседям там давали сольные концерты с ней. Вот, и как-то так. В школе первые песни записала где-то в классе в 9-м. Вот в школе тоже постоянные конкурсы. Больше любила петь, чем учиться. Вот. И как-то так. И в 9-м классе записала первые песни. Потом... Ну, оценки получала за хороший голос, за хорошие песни. Нет. За красивые глаза. Да. Ты была у нас активисткой, да, в школе, наверное? Да. Все мероприятия, конкурсы, везде-везде была ты. Ты у нас только пила или в спорте активничала, судя по твоей стройности по сей день? Это я сейчас стройная. Тогда я была очень даже не стройная. Я весила на свой рост, 1,56 м, весила 64 килограмма. Да. Ну, это уже в старших. Ну, вот с 8 класса начинаю, я немножечко поправилась. Вот, ну, потом похудела, пришла резко в себя. Так, пора раскрывать секрет, как это? Я не знаю, как. Надо худеть. Вообще не знаю, у меня много кто спрашивает. Инстаграм вечный наш. Вот, очень много вопросов там бывает. Как ты похудела, как? Ну, я не знаю, честно. Ну, так получилось перед свадьбой. Немножечко понервничала, то все, 5-10, да, и вот похудела. Хотя я кушала пряник с домашней сметаной, намазывала с чаем, и сестры прям ужасались, видя это. Не знаю. И вот до сих пор вроде как не поправляюсь. Ну, сейчас начала немножечко поправляться. Ой, ну брось уже. Расскажи тот период, самый важный в твоей жизни, когда ты очень сильно переживала. Расскажи об исламе. Вот его нет, давай мы еще и о нем поговорим. Помоем ему косточки. Когда ты его встретила, какой он был? И почему именно он? Ну, я не знаю, с первого дня мы с ним встретились на студии. То есть в академии я зашла записываться к ним. Я не знаю, там, ну, нет-то нет, все-таки бывают мероприятия какие-то. Угу. Вот, пришла тоже быть активисткой там. Там сидел ислам. Какие-то шуточки нелепые в мою сторону. Я думаю,
это что? Вот. Ну, прошло время. Ну, он тогда уже пел. Он пел. И я вообще не знала, что он карачаевец. То есть мальсугенов, ну, вроде у мальсугенов есть. Он еще же, ну, разговаривал только на русском языке. И, не знаю, песни такие тоже далеко не карачаевские он пел. Вот. И как-то так получилось, что мы начали дружить, вместе писать песни там в академии. И вот. Как-то так. Дружили, дружили. А период ухаживания, цветы, конфеты, признание в любви, колено, кольцо? Нет, он далеко не романтик. Ну а как тогда он все-таки тебя вот уговорил? Были, конечно, такие моменты, что там приятные подарочки, там все дела, дорогие подарочки, вот. И в моменте у меня начали там тети там шутить. Захотелось мне там чего-то. Я вот тогда еще WhatsApp был, Instagram еще не так был сильно развит. Вот. Например, выложила фотку чего-то, и на второй день, короче, я уже прихожу с этим, там, например, игрушку какую-нибудь, там, в этот момент... Исполнялся твои капризы. Да, в этот момент еще прям в моде было 101 киндер, там все дела. Ну, ты ухаживала, почему да, ты говоришь, да. Что он не работает? Ну, я же говорю, вот где-то до свадьбы за 2 месяца, наверное, а так мы все это время были друзьями, хорошими друзьями, ха-ха-хи-хи, все дела, ну, потом, короче, получилось. Ну а предложение как он тебе сделал? Вот сейчас затаили все дыхание, всем интересно, как он тебе сделал предложение? Или он просто тебя взял под бурку и вперед? Я не помню. Как о таком девушка может забыть? Зульфия! Ну, у нас, у карачаевцев, нету такого, чтобы сделать предложение. Ну как-то так получилось. И все. Ну, то есть он украл или... Нет. Просто начали собираться, просто мы раз чувства появились, все, мы знаем, что мы вместе. Собирайся там, готовься. Да. Такого-то числа мы тебя забираем, так? Да. То есть хочешь, не хочешь, готова, нет, не готова? Нет, он сказал, говори дома всем, то, что мы придем свататься. Я сказала. И все. Расскажи тогда нам, какой он сейчас? Он все тот же любящий, заботливый муж. Да. Ну, в любом случае, у нас такая профессия, что если кто-то в лес, а кто-то по дрова, то это совсем... А бывает такое, что вот тебя отдельно хотят пригласить на мероприятие? А, допустим, вот, Зульфия, можно вас там, ваши песни, нам, вот ваши все сольные нужны, и несколько песен, сможете приехать? И как он реагирует? Он отпускает тебя спокойно или все-таки он тебя сам отвезет, подождет, заберет? Он мне так и говорит, но я не хочу. То есть я изначально говорю, я одна не езжу. Я либо с мужем выезжаю, либо выезжает он один. То есть вариант такой, что я приезжаю и пою сама, нету такого варианта. Вот. А он один ездит, в принципе. Ты настолько идеальная жена, что ты даже не даешь ему попереживать. Ну... Не в нашей сфере. Это очень сложно, поэтому без лишних. Понятно. К сожалению, да, тут я понимаю. И возвращаемся обратно в твою юность, твою молодость. Твои первые стихи в каком возрасте были написаны? И какой тот самый первый хит? Что ты думаешь, что вот, наверное, благодаря ему я поняла, что все, да. Я вот уйду в творчество с головой. Первые стихи... Я не помню, в классе, наверное, в старших классах это уже было. Ну, класс 8, наверное, вот тогда я начала что-то там писать на уроках. А первый, ну, то, что я думаю, что вот то, это была песня «Моя карачаевская кровь». Вот. Мы долго думали, записывать ее или нет, потому что там, ну, такие жаргонные слова все-таки есть. Ну, все-таки вот это вот детское вот это вот мышление заслужит такую честь, бла-бла-бла, короче. Ну, мы реально вот сидели с сестрой, мы готовили. И
вот как-то так получилось, начали писать и написали. Потом на уроке биологии меня попросили, чтобы я что-то там спела, и спела, короче, эту песню. Весь класс сказал: «О, да, ее надо, короче, записывать». Ну, в любом случае, все говорили: «Да ну, несерьезная песня, зачем ее писать?» Но все-таки мы поехали на студию, я решила ее записать. Приехал Русик Катиев на гармошке играть. Вот, его я знала давно еще, он играл у нас в ансамбле, вот. Он говорит: «Если ты так будешь писать, ну, такие песни, я буду часто играть, короче, и наигрывать гармошку на нее». Вот, и это был первый человек, который сказал, что песня ему понравилась. Ну, потом она быстро разошлась, хотя тогда, не знаю, Инстаграма так как такого и не было. Ну, как-то так. Ну, сейчас Инстаграм и все остальные соцсети очень важную роль в жизни каждого человека, да, имеют. Есть, конечно, те, которые принципиально не регистрируются, не сидят, но в основном большая часть жителей не только нашей республики, а в принципе всего мира живут там. Можно следить за жизнью каждого человека. Ты у нас относишься к категории людей, которые загружают различные фото, видео, то есть весь материал с онлайн-режима, или все-таки запускаешь его потом? Ну, чаще всего у меня сейчас больше историй просматривается. Ну, очень редко что-то загружаю в ленту. Не знаю почему. Очень сложно угодить всем. То есть вот эти вот комментарии разные, я просто не выдерживаю их. Есть, конечно, негативные, да. Но в основном же у нас тут положительные. Ну да, да, да. Но в любом случае нужно сделать что-то такое, что прям понравится. А я люблю там то, что я хожу поснимать, там, что я делаю с ребенком там где-то. Ты сижу. Блогер. У тебя вторая, в принципе, профессия в нынешнее время, можно сказать, блогер, да? Да. А, там... Судя по тому, как заказывают там рекламку разную, зовут там на какие-то мероприятия именно, чтобы я поснимала это все в сторис. Как-то так. Теперь переходим к следующей твоей профессии. Ты у нас не только певица, блогер, интересная личность, ты у нас еще и актер Карачаевского театра, актриса. Расскажи об этой своей деятельности. Туда я пришла, опять же, очень неожиданно. С Исламом вместе. То есть он мне сказал, это было сразу почти после родов, сколько там было Имрану, года еще не было. Говорит, пойдем попробуемся, вместе будем ходить. Я не очень, он меня очень долго уговаривал, просто мы даже недопонимания какие-то были. Я говорю, я не хочу, зачем это мне? Мы все-таки пошли. И так получилось, что я осталась, а он, короче, слился технично. Вот, оставил меня там. Сейчас что я могу сказать насчет актерского мастерства своего? Не знаю. Я была на одном из ваших спектаклей. Это «Волшебный напиток». Mm-hmm. Ты сыграла шикарно. Я не знаю, я бы не сказала, все-таки. Нет, это эмоционально было... все ты передала. Я как зритель сидела, и мне очень понравилось. Я вот смотрю на себя в качестве актрисы и в роли актрисы. Я не знаю, мне не нравится. Тут дело такое. Я смотрю на себя в качестве телеведущей, тоже мне кажется, ой, сколько недостатков надо, и вот это. В принципе, человек, когда собой недоволен, я считаю, что это хорошо, потому что ему еще есть к чему стремиться. Хуже, когда он говорит, я идеален, я шикарен, и у меня все очень круто. В основном такие люди уже дальше не растут и ничего не хотят, а это печаль. Скажи, какие самые сложные моменты именно в этой сфере, в актерской? Передать чувства. У нас нет там чувства между возлюбленными, там все дела. Самое, по душе то, что это сказки. Самый благодарный зритель — это все-таки дети. Просто это
такие чувства, когда они кричат, волнуются, нет, не иди туда, там лиса, там или волк, ты куда? Ну, это да, мы прям в этот момент понимаем, что это то, что тебе нравится. А все-таки взрослые спектакли, до взрослого достучаться очень сложно. Очень тяжело. Да, и запомнить эти текста просто, это нечто. Но вы прям заучиваете, и это, наверное, там целые сценарии. Да, мы вот сейчас вот начали новый спектакль ставить, мы вот только отчитку сегодня делали, вот. И посмотрим, опять же, там главная роль, не знаю, на карачаевском языке спектакль, посмотрим, как в этот раз получится. Ну, ты находишь время, концерты, мероприятия очень-очень часто проходят. При этом надо еще когда-то успевать быть мамой, быть женой, быть дочерью и быть еще и актрисой. Ну, сейчас сын в любом случае днем бывает в садике. Утром его в садик. Ну, в любом случае, нет-то нет, там бывают каникулы. Он не любит у меня ходить в садик. Говорит, нет, мама, я хочу дома. PlayStation, вот этот PlayStation, это нечто. Любит спокойствие ребенок. Посидеть дома, чтобы вообще никто не трогал. Покушал, посидел, посмотрел мультики, поигрался. Ну как? В любом случае, не так, как хотелось бы, я это все успеваю. Хотелось бы намного больше уделять время дому, в семье, в суете, жизнь проходит. Кто помогает с ребенком, когда вот вы на мероприятиях вечером? Мама Ислама. Мы с ними живем вместе. То есть они прям вообще... Мне кажется, что они больше любят моего сына, чем я. То есть его нельзя не поругать, его нельзя... Ну, там, вовремя не накормила, все, это просто фиаско. Ну, они за ним очень хорошо смотрят. И папа, и мама. Прям. И он, кажется, любит их больше. Даже не кажется, он их любит больше. Ну, это ж хорошо. Бабушку, дедушку надо любить. Ну, а бабушки и дедушки в любом случае больше любят своих сладких внуков, нежели детей. Ну, вот сейчас я удивилась. Я не знала, что вы живете с родителями. Да. И родители Ислама прям заставляли меня, ну, обратно все-таки в певческую. Деятельность возвращаться. Прям настаивали на этом. Я не хотела. Просто не хотела. Я говорила, зачем это надо? Семья, дом, это совсем другое. Я уже была готова. Попрощаться с музыкой? Ну, осознанно или просто по каким-то стереотипам, по мышлению, что на Кавказе девочка, все, замуж вышла, надо сидеть дома? Да нет, не то чтобы... Я не знаю, я уже вот была готова к тому, что... После замужества я не буду петь. Вот. До этого у меня, ну как, несерьезно это было. Просто написала песенку, записала ее, послушала, ну, что-то вот такое вот. А не то, что я буду зарабатывать на этом, буду ездить там. У меня вообще такого не было, что я буду ездить по свадьбам, там будут заказывать нас за немаленькие деньги. Вот, ну это для меня вообще... И сейчас, когда я открываю блокнот и вижу заказы, росписи, все эти заказы, я думаю, да, нифига себе. Как же все-таки хорошо, что родители отправили нас на сцену, да?
как приняли они тебя? Ты молодая девочка, молодая сноха. Не было шока, что все-таки жить с родителями – это очень ответственно? Нет. Рано утром в 6 утра подъем, завтрак на всех, ты должна хорошо выглядеть. Нет, ничего подобного, они наоборот, особенно мама. Я сама сделаю, не надо. Как папа говорит, вы сейчас, говорит, за посуду тут друг друга, говорит, поубивайте. Кто будет мыть посуду? Это у нас большая проблема. Прям деремся не на жизнь, а на смерть. Вот, и... Не знаю, у меня никакого страха такого не было, что я буду жить с родителями, как это ужасно, страшно. Нет. Пока Имран не начал ходить в садик, то есть нам не надо было вставать рано утром, все дела, никогда такого не было, чтобы они там заставляли меня встать рано утром, там что-то приготовить или нет, никогда. Все просто офигенно. Вот. То есть мы можем смело всем нашим юным зрительницам, которые боятся создавать семью, выходить замуж и жить с родителями, можно сказать, что не бойтесь, все там хорошо и все прекрасно. Да. Мы еще и как успеваем и работать, и там, еще и радоваться жизни. Ты у нас по образованию кто? Мы так отошли сразу к нынешнему времени, теперь обратно в твои студенческие годы. Я экономист-бухгалтер. Ты хоть день работала по своей специальности? Нет. Я и изначально не хотела там... Я знала, что я не буду работать по этой профессии, то есть... Я хотела все-таки в музучилище. Вот, просто туда, куда хотела. Я знала, что меня не пустят, но хотела и все. И не пустили меня. Мама хотела, чтобы я пошла все-таки туда, более в эту сторону, больше тянула ее. Ну, пошла. Отсидела все лекции и вышла замуж. Вот. Ну, не жалеешь? Хотя, в принципе, ты судьбу там встретила. Да. Нет, не жалею. Я не думаю, я вообще себе не представляю. Вот бывает иногда, что я сижу в магазине целый день. Это для меня просто нечто. Я думаю, блин, вот как можно целый день просидеть на одном месте? И тут все попадали. И мы тоже. Ну, это реально, это для меня... У меня депрессия начинается, у меня нет настроения. Мне вообще ничего не хочется. Думаю, блин, когда это закончится? Все краски жизни теряешь. Ну, а поступить сейчас в это музучилище все равно, я считаю, что никогда не поздно, ты все еще молодая девушка. Ну, ислам говорит, давай поступим. Попробуем, почему бы нет. Почему? Может быть. Ну, опять же, работа. Заочно. Смысл? Если ты не будешь проживать каждый день... И учиться нет. Чему-то новому там, ну зачем это надо? Просто нет, заочно же можно тоже обучаться на сессии, на какие-то подготовительные ты ходишь. У вас, в принципе, уже заложенное есть. Вам, может, что-то новое на самом деле для себя узнать? Почему нет? Ну, я не знаю. Ну, он уже вот сколько говорит. Надо было прям в начале года. Ну, что-то. Давай, и вот так вот. Так и не встали, так и не сделали. Ну, а в профессиональном, в песнях есть какие-то планы? Что-то, вот, например, новое, тематику в песнях сменить или там клип новый отснять? Мы пробовали, вот когда сейчас же модные вот эти вот... Да. Начали там что-то делать под другими именами. Привкус колы записали. Ну, в любом случае, это... Ну, не наше это. Мы все-таки больше по свадьбам так, чтобы люди потанцевали, погрустили под наши песни. А это приходящее, уходящее. Не запоминающее. Да. Как-то так. Ну, теперь рассказывай, какая ты у нас дома хозяюшка. Что ты любишь готовить? Ничего. Совсем ничего? Ну, ты же выкладываешь всякие сторисы, какие-то там вкусняхи себе готовишь. Ну,
Или вот, приходится? Ну, вот если у меня прям настроение такое, чтобы что-нибудь приготовить, я приготовлю и сделаю это очень вкусно. Но если у меня нету настроения, это и невкусно получится, и я еще буду злая ходить. То есть кто у вас в семье готовит? Мама? Нет. Мама готовит для Имрана борщ. А чем вы питаетесь? Спросить. Не, ну в любом случае готовлю же. Вот, ну я же говорю, бывает невкусно иногда, когда у меня нет смысла. Чувствую, надо нас запускать мужской портрет и пообщаться со Славой. Он говорит, что я мясо жарю вкусно. И все. Больше ничего. Ну, я не люблю с тестом возиться. Очень не люблю. А все остальное я готовлю. У меня Имран любит плов, мясо. Он просто без... Вот у нас в семье еда без мяса – это не еда. Вот, ну, можно считать, что нет еды. Мы не покушали, если там нету мяса. И Имран то же самое. Говорит, в садике постоянно: «Хочу еще мяса, еще мяса». Поэтому он утром что-нибудь дома покушает и так уже придет. Угу. Сытый. И желательно сразу на завтрак мяско жареное. Да. Мяско. Еще он любит у нас вот это, сосиски нет-то нет. Хоть есть, и... да, как дети? Картошка. Нет. Нет. Хлеб он у нас вообще не ест. Вообще, ну, ни с чем. Скажи мне, у вас получается с семьей выезжать куда-то? Просто абстрагироваться от всех мероприятий, свадеб, не знаю, театра, от друзей, подруг. Вот просто вот вы. Нет. Ну, на один день мы в этот раз в Архыз ездили. Имран заболел. После этого я решила, что это плохая идея. А может быть, вам вспомнить молодость, времена вашего начальной стадии брака, да? Оставить Имрана бабушке, уехать вдвоем, отдохнуть. Такое тоже бывало. Но. Или отдых без ребенка уже не тот? Ну, не знаю. Скучно. Скучно. Двум активным людям, которые дарят столько веселья народу, скучно вдвоем? Ну, Ислам не такой веселый, как вам кажется. Он любит, как Имран, посидеть, PlayStation поиграть. Ну, то есть пассивный отдых. Ему все-таки больше нравится. Вот. А я не могу сидеть на одном месте постоянно. И он гулять не хочет, а я гулять хочу. Не хочу постоянно где-то лежать, смотреть телевизор. И поэтому мы лучше дома посидим. У тебя бывает такое, что ты такого настроения какого-нибудь, ты пишешь песни? Нет. Именно по настроению? Нет. В последнее время я очень редко пишу песни. Кажется, это старость. Да, конечно. Подкралась незаметно. Вот есть одна очень красивая песня. Не скрою, я ее с огромным удовольствием слушаю. «Ангела». Она тобой написана? Слова написала, да, я сама. Что, почему вот такая душевная песня? Что я на тебя нашло? Я не знаю, прям перед концертом это было. Вот. Я была одна тогда. Пока не писали голос на песню, то есть перед концертом, нет-то нет, уже последние дни мы вся, ну, прям в темпе записывали песни. Я приехала туда просто с мотивом. Приехала с мотивом, пока не писали голос, я написала песню. Там минут 20, может, прошло. И я ее даже не слышала. Вот до концерта, за полчаса, наверное, нам ее отправили. Слова-то я в любом случае знаю. Угу. Немножечко послушала и так вышла на сцену. Вот. Каких-то эмоций там, я не знаю, вот сейчас слушаю, слова вслушиваюсь и думаю, что со мной было тогда, что это такое. В любом случае у нас все-таки слушатель любит именно вот пострадать, погрустить. Да не всегда. Как-то само собой получается так писать. То есть на твое настроение не зависит, что ты пишешь. Ну, что я могу сказать? Пора тебе поднимать свое настроение, выходить из депрессии после просмотра турецкого фильма.
Пора дарить нам новые песни. Ну, новинки будут очень скоро. У меня слишком много карачаевских песен. Ну, то есть русские я почти не пою. Я не знаю, почему, с чем это связано. Может, с тем, что я думаю, что у меня есть какой-то акцент карачаевский. И мне не нравятся русские песни в моем исполнении. Но нет-то нет, в любом случае их нужно тоже записывать иногда. Каждый день я вижу твои объятия во сне. Вспоминаю наши встречи, в сердце боль кричит во мне. Тебе желаем успехов, но так, я тебе скажу, что слишком много песен не бывает. Ну да, в любом случае, как Ислам говорит, запишешь 10, одна выстрелит, это хорошо. То есть нужно трудиться, трудиться и трудиться, чтобы был какой-то толк. Ну что ж, мы верим в тебя. Расправили крылья вперед. Ну, мы, конечно, тебя не отпускаем с пустыми руками. Это я люблю. Да? Ну, я думаю, что для тебя это будет не прям вау, но все же мы тебе дарим фотосессию. А это ты любишь, да? Это я очень люблю. Спасибо огромное, спасибо, что позвали меня. Было очень приятно с тобой увидеться, посидеть, поболтать.